Понятно. Еще не все взрослыми голосами разговаривают. Не все. Подкрякивает вещь. Так, а где куры? А кто где, Свет? Куры. Вот вывез из-под навеса крапивы, наросло там с мятой. Виноград обрезал маленько. И вот им это будет работать. Куры ищут червяков. Вывез там листья облепихи. За домом было. А гуси наблюдают. У них есть свое поле, пусть туда идут. Утки тоже там и крапива, и все, что найдут, все будет их, в их рационе. Ну и хорошо куры разгребут сейчас, разровняют мне землю. По сути, этими опилками с землей, с навозом, вернее, с пометом можно выравнивать вполне мой стадион, сеять траву на зиму. Не на зиму, а по осени. И ранней весной посеять травку, и будет нормально. Ну, в принципе, трава отрастает. Светлана газоны покупает, и тут будет и пшено. В помете у них всего пшеницы хватает, всего, поэтому оно через непереваренные зерна тоже. Да и съедают они, разбрасывая в опилках много зерна остается. Поэтому смотришь, где-то и выползло что-то. Ячмень какой-то подрос, пшеница. Ну, недолго, они быстренько находят и снова едят. Вот такие будни птичьего двора. Не грызи сетку. Не, эта сетка нормальная, ее как они не дергают, пока она держится. Они пытаются гуси препятствия преодолеть, но у них ничего не получается. Довольно неплохая российская сетка. Но на зиму, конечно, сниму. Вот такие делишки тут у нас. О, грибут и грибут. Молодцы. Всем добра.